Осман Шадов, 130 килограмм, греко-римская борьба. Осман, а почему стал заниматься греко-римской борьбой? Отдали в детстве родители. Как ты считаешь, правильный выбор? Я считаю, что да, конечно, да. Ну, детей дают в разные виды спорта, а ты задержался. Что заставляет оставаться? Мне нравится вид спорта. Нравится находиться в этой атмосфере. Сами видите, все очень достойно. И нравится мне, в двух словах, если... Ты тяжеловес. Естественно, ты знаешь лидеров мира, знаешь Карелина, знаешь кубинца. Как ты думаешь, если бы была сейчас очная встреча Нуниса и Карелина, кто бы сильнее был? Конечно, я скажу, что это Сан Саныч, потому что это наш соотечественник. Я думаю, он бы выиграл. А если бы ты не нашим соотечественником был? Я скажу, что кубинец — это очень сильный борец, и нельзя так сказать, ковер показал бы, кто сильнее. Что для тяжеловеса главное вот в греко-римской борьбе? Физическая готовность, а также функциональная, я считаю. Тебе на чем еще нужно работать, чтобы выйти в топ? Вчерашняя схватка показала, что мне нужно добавлять во всех аспектах, но больше всего не хватает физической подготовки. Я перешел во взрослую борьбу. Совсем другая сила по сравнению с молодежью. Мне не терпится начать работать над своей физикой. Ты еще растешь, ты можешь еще прибавить в росте, в массе? Я думаю, да. А генетические родители у тебя высокие? Родителей нет, я скорее в деда большой человек был.